В Омской области массово гибнет рыба. Сообщения о мертвых обитателях водоемов появились в социальных сетях. Опубликованы фотографии сотен мертвых карасей на берегу озера в Кормиловском районе. Люди предположили, что рыба задохнулась подо льдом. По словам местных жителей, с таким бедствием они столкнулись впервые. Впрочем, по мнению экспертов, это не последствия замора, так как льда на водоеме уже нет. Рыба погибла не так давно, и причины могут быть разными. Необходимо провести химический анализ. Уже известно, что в озеро сливали воду из омки. Воды реки Оми, они, в общем-то, сильно насыщены губиновыми кислотами. Идет потребление кислорода на окисление этих веществ. И гидробионтам, тем, кто живет в воде, не хватает кислорода. Вторая причина, что кто-то сбросил воды. Достаточно было одной цистерны, чтобы рыба погибла. Или это может быть связано с внутриводоемными процессами, то есть водоем мелкий, очень много в нем органики накопилось.